где ты? Нет, нет. Так. Может, ты все не подходят. Все, пускай валяются здесь. Эй, стоять! Что? Садись на место. Сажусь. Че ты батарейки разбрасываешь? Ну они просто в игрушку не подходят. Я хотел ее включить, а они не подходят. Подожди, как не подходят? Ну не подходит, вот это не подходит. Я ее выбросил, дальше она мне не нужна. Вот это не подходит, тоже... Нет, они подходят, просто они у тебя что? Они не работают она или что? Я не знаю. Давай попробуем вставлять еще раз. Давай. Вот. Не работает? Нет, не работает. Не работает. И что? И вот это не работает. Ну я и не что? Все, они мне уже не нужны, пускай валяются. И что, их надо выбрасывать здесь? Да, они мне не нужны. Ты что, Зоник, ты знаешь, что одна такая батарейка, если ее бросить рядом с двумя деревьями, то что? Если она попадает в землю, она зарядится в почву, то она убьет этих два дерева. Одна такая маленькая батарейка, а у тебя их здесь целых, смотри, сколько. Ничего себе, я не знал. Ты что, Зоник, ты знаешь... Ой, ребята, забыли с вами поздороваться. Здравствуйте, ребята. Извините, ребята, да. Тут я Зорика учил. Он учит меня. Вот, ребята, вы знаете, что надо делать с отработанными батарейками? А что надо делать? Их надо сдавать в те места, где их принимают. Например, в некоторых магазинах висят такие урны, на них написано. Вот, так и написано, вот я вспоминаю. Давай. Урна для отработанной батарейки. А я... Ой, я видел контейнер для отработанных батареек. Контейнер для отработанных батареек. И именно туда нужно, ребята, их вот туда оставлять. А их, получается, потом перерабатывают, и они снова батарейки работают. Да, а если мы будем их бросать везде, вот так разбрасывать. Тогда все деревья погибнут. Тогда эта планета, на которую мы прилетели, будет некрасивой. Вот вообще серый и без... Да, погибнут деревья. Вообще будет загрязняться почва. Да, и рыбок не будет, никого не будет. Да, вообще, знаете что, вот деревья будут погибать, а ведь деревья нам дают кислород. Да. Так что, так, договорились. Значит, ребята, запоминайте. Все батарейки собирай. Сегодня мы их соберем, наш сотек. А завтра занесем в магазин, где контейнер стоит. Да, контейнер для отработанных батареек. Да, да, запоминайте. Вот, и вы обязательно, ребята, учите своих родителей. Сначала собирайте батарейки в какую-нибудь баночку, а потом вместе с нами идем куда-нибудь, ищем какой-нибудь контейнер для отработанных батареек и туда. Складываем. Да. А сейчас мультфильм смотреть. А сейчас мультфильм смотреть. Обещаешь, не будешь батарейки выкладывать? Нет, ребята, обещайте тоже. Все, давайте мультфильм.